Хирурги Якутского онкологического диспансера впервые применили при операции метод радиочастотной абляции опухоли. Для презентации аппарата CoolTPE, предназначенного для лечения опухолей, прибыл кандидат медицинских наук Вадим Вишневский. На операционном столе пациенту с помощью радиочастотной абляции воздействовали на опухоль в печени. Такой метод лечения отличается от других хорошей переносимостью и малым количеством осложнений. Отметим, что такой прибор будет установлен в строящемся онкологическом центре. Опыт очень, конечно, положительный, очень для нас важный, потому что именно при колоректальном раке очень хорошие показатели при операциях, при удалении метастазов, в частности, в печень. У них выживаемость увеличивается, и пациенты как бы... Для пациентов очень хорошо это. Ежегодно у нас в республике выявляется более 2300 заболевших. Ну, с колоректальным раком где-то примерно 200 пациентов. На учете состоит около 11 тысяч пациентов. Тенденция, к сожалению, к увеличению.